Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. Сегодня у нас видеообзор на вот такую вот морскую капусту Санта Бремор. Покупала я ее в светофоре. Здесь у нас 500 грамм, готового продукта 400 грамм. И также давайте посмотрим состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Также сколько, как и хранится. Также советы, рецепты. Если вдруг вам будет невкусно. Вот. И давайте ее откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. На самом деле, я уже очень долго на нее смотрела, но боялась брать. И наконец-то надумала. Открываем. Ой, запахло сразу капустой. Обертка чуть-чуть попала. Давайте ее посмотрим. На вид она выглядит как обычная морская капуста. Такая темно-зелененькая. Пахнет обалденно. Пахнет прям морской капустой. Ну да, если, наверное, еще чесночком заправить, это будет, наверное, вкусно. Давайте ее попробуем. Честно говоря, я люблю ее кушать именно такой, какая она есть. Я не пробовала с чесноком и с чем-то другим. А также, кстати, напишите свои рецепты. Может быть, какие-то вы делаете с морской капустой. Мне будет интересно. И давайте попробуем ее. Она жестковатая. Из-под зубов она реально ускользает. Насколько мне помнится, она не такая все-таки должна быть. Вкус уксуса. Прям реальный такой, вот я в рот положила, прям реальный такой вкус уксуса, прям сильный, ядреный такой. Вкус морской капусты и присутствует, но вкус уксуса перебивает все. Вот так-то вот оно как бы выглядит, как должно быть. И я сейчас вспомнила, конечно, самое главное, ради чего я делаю все эти обзоры. То есть на упаковке нарисована у нас одна морская капуста, да, какая-то светленькая такая, зелененькая, завернутая, такая красивая. А здесь у нас совершенно другая, она даже не длинная, тут вот только вот одна длинненькая, да. В основном она, вон она вся короткая. В принципе, увидев эту картинку, поэтому я и взяла ее. Думаю, может, действительно там такая же длинненькая. Но нет, здесь совершенно другая. Давайте еще раз попробуем. Но в принципе вкусно, но прям уксуса очень много. Да, такая она прям это. Честно, я покупать точно больше не буду. Потому что, ну, она реально она плохо жуется, она больше выскальзывает изо рта. Я не знаю, если ее только с хлебом есть, который будет ее там где-то поддерживать немного. Может быть, из нее, если только салат какой-то делать. Но и ядреная, прям она такая, ощущение, как будто я выпила сейчас уксус со вкусом морской капусты, где, знаете, уксуса прям вот много, так вот прям много налито, да, а морской капусты вот чуть-чуть сок, как какой-то, знаете, напиток, который еще вдобавок плохо жуется. Не знаю, напишите в комментариях, может быть, у вас нормально она жевалась, но у меня она выскальзывает реально. Так, покупать ее, наверное, точно уже не буду. Насчет того, советую я ее вам или нет, наверное, нет. Честно говоря, я не люблю продукты, в которых присутствует уксус. Ну, не знаю, мне кажется, это для здоровья плохо. Все-таки уксус такой продукт, который не выпьешь,
То есть, раз ты не выпьешь, значит плохой, правильно, правильно. Вот, поэтому, ну, я его, конечно, может быть, доем или что-нибудь с ней сделаю, не знаю. Но нет, я не советую. Хотя там, что у нас там в составе. Мне, знаете, честно говоря, понравилось то, что килокалорий здесь 22. На 100 грамм всего 22 килокалории, то есть на диете сидеть можно. То есть сидишь на диете, вернее, можно ее кушать. Мне вот это вот понравилось. Вода, питьевая, сахар, соль, регулятор кислотности, уксусная кислота. Да, вот она написана. Уксусная кислота. Ну да. Тут такое. Натрий, калий. Куча всего. В принципе, иногда поесть, может быть, можно. Я думаю, и в других, наверное, тоже присутствует уксус. Во всем магазине почему-то у нас присутствует уксус. Видимо, чтобы не портилось долго. Ладно, на сегодня это все. Напишите в комментариях, пробовали ли вы такой продукт. Понравился вам, не понравился. Может, мне просто досталось такой некачественный. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Обязательно подписывайтесь, мне будет приятно. С вами был канал Art Mania, и всем пока-пока.